Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Впереди три праздничных выходных, правда, традиционного праздничного салюта на этот раз не будет, отменили его и 9 мая. Меры связаны с обеспечением безопасности горожан, такова формулировка властей. Центром притяжения на 1 мая станут парки города. В Центральном программа начнется в 12, откроют сезон и в Изумрудном. На пруду начнут работать катамараны. В 12 праздничная программа стартует и в парке «Лесная сказка». Большая часть горожан планирует провести выходные на природе, на дачах. Напоминаю, что с 27 апреля в крае введен особый противопожарный режим. Жечь траву и разводить костры в лесах запрещено. Нарушители ждут штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для юридических лиц до 800 тысяч. Праздники не повод отдыхать для медработника. В случае необходимости жители края смогут получить медицинскую помощь. В круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, а также бригады экстренной помощи. Все дни на рабочем месте также дежурные врачи. Будут работать колл-центры и службы неотложной помощи. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона. Подробности у Юлии Щепиной. По традиции, в праздники люди активно обращаются за медицинской помощью. Поэтому стационары, травмпункты и бригады экстренной помощи будут работать круглосуточно. На связи также колл-центры, в поликлиниках на приеме дежурные врачи. 30-го, получается, апреля и 11 мая работают женские консультации в части консультативного приема и патронажа беременных. Здесь важен этот аспект. Все дни работают у нас службы... И это актуально. Судмедэкспертиза в части освидетельствования, проведения патоанатомических исследований и выдачи. А вот узкие специалисты и консультативно-диагностические поликлиники при краевых учреждениях, которые оказывают плановый прием, принимать пациентов не будут. Между тем, в крае продолжают разрабатывать проекты по повышению качества оказания медицинской помощи населению. Как сообщил министр, благодаря проекту «Новые подходы в оказании медпомощи» организациями третьего уровня, а это специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь, время ожидания приема для пациентов сокращается в 3 раза. Сейчас в краевой клинической больнице этот пилот используют 2 специалиста учреждения. Эти же подходы, они будут транслированы для всех учреждений третьего уровня. То есть минимизация времени, минимизация объема обследования, которые были бы достаточно для специалиста. Это и разумные сроки приема с заключением, с разными формами. Телемедицинская консультация, очный прием, консультация врач-врач. Консультация врач-пациент. В течение полугода по такому принципу будут работать все специалисты краевой клинической. Значительный шаг вперед здравоохранение края сделает после внедрения в работу искусственного интеллекта, уверен министр. Пока нововведения начали использовать в диагностическом центре. В прошлом году мы приобрели продукт искусственный интеллект по расшифровке флюорограмм и рентгенограмм. В этом году мы расширяем, и в этом году еще 3 продукта будем приобретать. Это расшифровка компьютерных томограмм, это диагностика злокачественных новообразований кожи, в первую очередь меланома, и это маммограммы. Министр подчеркнул, что реализация всех проектов должна прежде всего способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи жителям Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. С рекордными задержками скорой помощи могут столкнуться регионы России, в том числе Алтайский край, если фельдшеров не включат в число категорий медработников, которым положены повышенные спецвыплаты. Так считают некоторые законодатели и сами фельдшеры. Последние утверждают, что их ряды все больше редеют. Между тем, сотрудники скорой продолжают отстаивать свои социальные права. Тему продолжит Елена Макаренко. Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.2024 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Обращения, полные возмущения и даже отчаяния охватили треть страны. Вот уже месяц, как фельдшеры скорой помощи пытаются отстоять право на повышенные социальные выплаты. Их этой весной постановлением правительства страны ввели для медработников сел и малых городов. Ежемесячная прибавка составила в среднем от 30 до 50 тысяч рублей. Но не для всех.
Правительство своим постановлением просто выкинуло службу скорой помощи из категории медицинских работников, которым полагались выплаты. Неужели скорая помощь перестала быть первичным звеном? Неужели наша работа менее важна? 32 региона, 66 коллективных обращений в разные инстанции и единая онлайн-петиция. В начале месяца ее подписали 18 тысяч человек, сегодня уже больше 27. Проблему начали обсуждать в заксобраниях разных регионов, и ею озадачились депутаты Госдумы. Многие из них направили запросы в правительство России. Я знаю, что на данный момент в исполнении этого обращения Мишустиным Михаилом Владимировичем даны поручения заместителю председателя правительства Голиковой совместно с Министерством здравоохранения проработать этот вопрос. Общался с коллегами из нашего региона, с нашего Минздрава. Их уже, как все другие территории, приглашали в федеральное министерство на предмет того, чтобы заслушать ситуацию. В общественной приемной депутата Александра Терентьева добавили, правительство страны собрало комплексные данные для анализа ситуации. И уже до мая должен быть ответ по фельдшерам. Между тем, начали поступать обращения от медработников других специальностей. С 15 апреля в общественную приемную депутата Александра Терентьева стали поступать жалобы от фтизиатров. Какова ситуация здесь? Фтизиатры и еще ряд специальностей, ряд направлений, это наркология, психиатрия, венерология, не входят в программу оказания обязательного, в программу медпомощи по ОМС, по обязательному медицинскому страхованию. И этих работников тоже обошли этим постановлением, и в настоящее время, конечно, тоже есть такое возмущение. В рядах медиков сейчас не то чтобы раскол, говорят эксперты, но явный дисбаланс в зарплатах. Нередко специалисты того же уровня, но с большим стажем, получают в разы меньше. А что касается службы скорой помощи, здесь с нетерпением ждут решения правительства. Для того, чтобы нам заработать эти 35 до 40 тысяч зарплата, нам надо работать на две ставки. На две ставки, чтобы работать. То есть мы живем, можно сказать, на работе. Сутки через двое. И поэтому уходим на ставку многие, для того, чтобы понимало руководство, что как можно вот так вот работать за такие деньги, чтобы и жить на работе, и такую зарплату получить. Фельдшеры рассказывают, что в ряде регионов их коллеги уже переходят на работу в ФАПы. Там спецвыплаты сейчас повышенные. Кто-то вынужден ехать на вахты. Такое ощущение, говорят они, что от службы скорой помощи скоро ничего не останется. А это чревато рекордными задержками на вызовы. Елена Макаренко, «День с толком». Продолжим. Напомню, что в Барнауле с 1 мая повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Поездка на автобусе, трамвае или троллейбусе будет стоить 35 рублей за наличный расчет. При этом перевозчики электротранспорта запрашивали повышение до 44 рублей за дороговизное обслуживание своей техники. В итоге решение стало компромиссным. При этом для жителей предлагают варианты экономии расходов. По проездному билету цена одной поездки составит в среднем всего 27 рублей. Школьники и студенты будут платить и того меньше. Для удобства пенсионеров, которые редко используют общественный транспорт, предусмотрели новый лимитированный проездной. За 20 поездок они заплатят 360 рублей. Дорогу к Денисовой пещере и парковку возле этого археологического памятника отремонтируют в этом году, сообщил министр транспорта региона. Всего за дорожно-строительный сезон планируют привести в порядок примерно 800 километров дорог. Сейчас для производства материала в работу запускают асфальтобетонные заводы. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Дорожные службы уже приступили к восстановлению покрытия, которое нынче утекло вместе с растаявшим снегом. Кроме самого ремонта полотна, уже убрано порядка 200 тонн мусора. Рабочие отмывают барьерные ограждения и дорожные знаки. Со слов министра транспорта, регион ожидают масштабные ремонтные работы. Участки рассредоточены по всей территории Алтайского края. Есть и опорная сеть, есть и уникальные туристические направления. В этом году, для примера, мы делаем подъезд к Денисовой пещере со стоянкой. Такое знаковое довольно место для Алтайского края, необычный дорожный объект. Мы идем в сторону традиционно Славгорода и Яровое. По всей территории вы увидите дорожников, работу дорожников, в том числе в наших муниципалитетах.
С началом дорожно-строительного сезона запускают асфальтобетонные заводы. Один из крупных в центре Барнаула с каждым днем наращивает мощности производства. Производительность данного асфальтобетонного завода составляет 120 тонн в час, то есть порядка 700-900 тонн готовой смеси мы выпускаем за текущий день. До этого асфальтобетонного завода в городе Барнауле не было, мы его купили за счет собственных средств в прошлом году, и на этой площадке он работает. Кстати, все заводы расположены так, чтобы обеспечить удобную логистику. Это экономит время и позволяет не нарушать дедлайны. Всего у нас рассредоточено по территории края 44 асфальтобетонных завода, 21 уже в работе, и в ближайшее время запускаются все оставшиеся. Уже выполнено порядка 2000 километров ямочного ремонта, порядка больше 1000 километров ремонта щебеночек. Через несколько дней дорожники начнут наносить разметку. Всего за сезон планируют привести в нормативное состояние порядка 800 километров дорог региона. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае на неделе провели первый авиасалон сельскохозяйственных дронов. На нем продемонстрировали новейшие модели агродронов из разных стран. Только полетами не ограничилось. Эксперты затронули тему легализации беспилотников. Сегодня законодательство в сфере беспилотных авиационных систем далеко от совершенства. Подробнее у Ирины Корчагиной. В отличие от своих собратьев, этому дрону предстоит не свадьбы снимать, а поднимать сельское хозяйство, опрыскивать поля, заменяя привычную наземную технику. Это существенная экономия на машине, горючем. В конце концов, дрон не оставляет после себя колею на поле. Если мы говорим про качество и эффективность обработки, то здесь она также возрастает. Когда мы работаем классическим опрыскивателем, мы просто как бы лейка немножко сверху раствор вылили. А если вредитель спрятался под лист, ну, к сожалению, на него там меньше подействовало. Здесь вероятность того, что на него попадет вещество, гораздо больше. На то, чтобы внедрить в хозяйстве агродрон, нужна смелость, говорят эксперты. Пока многие присматриваются к новой технологии, просчитывая выгоду. Поделиться своим опытом, продемонстрировать модели беспилотников смогли в Барнауле на первом в крае авиасалоне агродронов. Его цель – объединить на одной площадке аграриев, дилеров, организации, которые готовят операторов и не только. На протяжении трех последних лет в Алтайском крае появилось более десятка фермерских хозяйств, которые такую технику активно используют, либо нанимают услуги с обработкой своих полей. Накопился определенный практический опыт, и самое главное, что накопилась уже информация, позволяющая сравнивать эффективность применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Но накопилось и множество вопросов. Ведь сегодня агродрон приравнен к авиации. Это накладывает огромную правовую ответственность как на самих аграриев, так и на дилеров, которые теперь обязаны найти баланс между экономикой и безопасностью. Нюансов много. Даже не все агрохимикаты могут распыляться с помощью беспилотников. Большое внимание к регистрации аппарата и разрешение на каждый полет от Росавиации. Всех очень сильно беспокоит вопрос процедуры регистрации агродронов, потому что она не адаптирована, скажем так, к имеющимся реалиям. Многие просто не могут ее пройти, даже являясь добропорядочными там, приобретателями, владельцами этих аппаратов. Здесь нужно, конечно, чтобы Министерство транспорта обратило на это внимание и каким-то образом посодействовало решению этой проблемы. Уже сегодня все эти вопросы прорабатываются. Алтайский край вошел в число 12 регионов, в которых ввели экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников. То есть во всех 12 субъектах сейчас будет формироваться нормативная база. И пока это происходит, в Алтайском крае будут действовать послабления, которые упрощают процедуру аттестации агродрона, допуска оператора и не только. На сегодня, учитывая, какие там складываются сложности с эксплуатацией вообще любых беспилотников в южных регионах, приграничных, я бы сказал, что Алтайский край, но это будет, наверное, центром внимания всех, кто хочет работать в этой сфере. Эксперты уверены, сегодня Алтайский край является пионером в освоении агродронов в сельском хозяйстве, а значит, завтра регион сможет успешно внедрять дроны и в другие сферы экономики. Фактически мы на практике проверяем законодательство и регламенты в различных сферах применения беспилотников. Можно сказать, что наш край помогает дорабатывать правовые аспекты в режиме реального времени.
В ближайшие годы беспилотники точно не заменят всю сельхозтехнику. Да это и не требуется, а лишь станут достойными помощниками, которые будут работать уже не просто в поле, а в правовом поле. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе свой отчет перед депутатами ОКЗС держал губернатор края Виктор Томенко. Это его первый отчет, ознаменовавший начало второй пятилетки у руля региона. Выступление прошло в рамках 30-й сессии парламента. Виктор Томенко рассказал о поддержке участников СВО и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве, расходах на социалку и других результатах деятельности членов кабинета министров региона. За отчет проголосовали 50 депутатов ОКЗС, 14 оказались против. Уже на самой сессии был поддержан проект соглашения о сотрудничестве с Гродненским областным советом депутатов Республики Беларусь. Само соглашение планируется подписать в июне на 11-м федеральном форуме регионов «Россия-Беларусь. Опыт торгово-экономических отношений с Гродненской областью» берет начало в 2011 году. Новое соглашение должно еще больше укрепить межпарламентские связи. Обменится опытом законодательной деятельности, потому что у нас очень схожие, естественно, правовые системы. Ну и, конечно же, укреплять нашу работу совместную по улучшению методической и аналитической деятельности. Форум регионов России и Беларуси состоится 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Это масштабная диалоговая площадка представителей власти и бизнес-сообщества двух стран. Главная тема этого года – построение инновационной экономики союзного государства. В ходе форума участники с обоих сторон представят свою продукцию производства и смогут заключить контракты о сотрудничестве. Выставка народного хозяйства в рамках форума будет работать до 30 июня. 35 тысяч жителей Барнаула вышли в пятницу на общегородской субботник. Это логичный финал месячника санитарной очистки. С каким настроем люди берутся за лопаты и собирают накопленный за зиму мусор, расскажем далее. Город окончательно проснулся после зимы. Весь апрель в Барнауле проходили чистые четверги. Вывезено 400 машин с мусором. К весенней санитарной очистке присоединились более 40 тысяч человек. Более 200 единиц техники сегодня выделено для того, чтобы обеспечить своевременную вывозку нашего накопившегося мусора. Ну а всем барнаульцам огромное-огромное спасибо за то, что они приняли участие. Очень активное участие, видно по городу. Чиновники, работники торговли, промышленных предприятий, студенты и просто неравнодушные жители города. Сегодня на общегородской субботник вышли 35 тысяч жителей города. Настроение нормальное, приподнятое, как были в старые времена, это был субботник, был большой-большой праздник. Вот. Но, тем не менее, он свою актуальность не теряет, поэтому всегда в этот день у всех приподнятое настроение. Я вообще с детства люблю это мероприятие, общегородские субботники, потому что именно после этого любой населенный пункт, в том числе город Барнаул, он становится чище, он становится красивее. Несмотря на то, что общегородской субботник уже прошел, в Барнауле продолжат наводить порядок и в ближайшее время проведут еще один субботник. Ирина Корчагина, «День с толком». Почти 13,5 миллионов рублей субсидий выделяют из бюджета края, чтобы сохранить пассажирские перевозки по воде. Навигация стартует сегодня. Появились ли новые направления на водных маршрутах и подорожает ли проезд? Заранее узнала Юлия Щепина. Даже погода не помешает Барнаульскому речному порту открыть сезон пассажирской навигации. Подготовка судов завершается, и флот почти готов к эксплуатации. Три Москвы, вот они, тут правда две, одна еще затонет. Вот. И два теплохода ПТ, один Водолей, второй ПТ-68. Они требуют постоянного ухода, вот. Ну, мы их красим каждый год. То, что касается двигателей, то за время, так сказать, вооружения, ремонта, значит, двигателя были перебраны, где-то необходимо было, а где этого не требовалось, то была замена масла и все. Традиционные дачные направления останутся без изменений. Это Бобровка, Рассказиха, Калиновка, Кокуйская, Барсукова, Зеленый Клин. Однако в планах и нововведения. Дополнительно, возможно, в этом году, ну, думаю, что будет использоваться еще, эксплуатироваться будет линия Барнаул-Юбилейная. Мы в этом году планируем там начать работы по благоустройству и будем там организовывать зону рекреации,
мангальная зона будет там, и отдых в палатках, и, ну и как бы другие возможные. В последние годы за сезон Ричпорт перевозит порядка 70 тысяч пассажиров. Да и цена билета доступна для населения. Однако в этом году ее повысят. У нас сегодня все дорожает, соответственно, мы как бы тоже делаем немного дороже билеты. Ну, не совсем, так сказать, но 10-15% рост будет. На сегодняшний день большая вода ушла, уровня для работы судов хватает. И несмотря на ожидание второй волны паводка и совсем не летнюю погоду, речная навигация стартует 27 апреля. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Возвращаясь к предстоящим праздникам, 1 мая в России отмечают День весны и труда. В этом году трудящиеся будут отдыхать целых 4 дня с 28 апреля по 1 мая. Накануне 1 мая наша съемочная группа решила выяснить, что для барнаульцев значит этот праздник, название которого менялось в стране несколько раз, и чему посвятят горожане предстоящие выходные. Что это за праздник? Раньше был солидарности трудящихся, а сейчас не знаю. Сейчас не знаю, просто 1 мая. А что вообще значит солидарность с трудящимся? Ну, все в едино были, демонстрации были, митинги. А вы скучаете по тому времени? Иногда да. У меня ассоциация с шашлыками, если честно, с природой. А еще с чем? Ну, День труда. Это праздник труда. Это мы знаем, это праздник, когда люди едут на свои дачи, не знаю, облагораживают свои участки, какую-то территорию вокруг подъездов, там, на работе и так далее и тому подобное. Свое рабочее место приводят в порядок. А вы чем будете заниматься? Я буду и отдыхать с друзьями, и буду работать на даче. Мир, труд, май. Что будете делать в эти праздники? Убираться дома. У меня частный дом, поэтому намечается глобальная уборка листвы, все подряд, подготовка к лету. А знаете, чем в советское время занимались в этот праздник? Ну, субботниками в основном. А еще? Ну, различные же были акции с этими плакатами, все, как сказать, санкционированные митинги такие хорошие. Для меня праздник 1 мая – это когда я маленьким просыпался и ждал предчувствия, что я пойду по пустому Ленинскому проспекту с шариком, с флажком красным, на котором написано 1 мая, это было очень здорово, потому что Ленинский всегда забит, а тут можно было с родителями идти по пустому Ленинскому и даже кричать «Ура!» вот тут вот, когда там призывали к единению трудящихся и так далее. Но вот это вот единение, уважение, любовь, взаимопомощь, когда человек человеку вот готов оказать. Ну и вообще радостно так как-то, празднично становится на душе. Добежать до финиша и не запыхаться. Жители Барнаула сейчас активно готовятся ко всероссийскому полумарафону, забегу, который впервые пройдет в Барнауле уже 19 мая. На выбор желающих 4 дистанции, самая длинная – 21 километр. Какое расстояние выбирают герои нашего следующего сюжета и, самое главное, как они готовятся к грандиозному старту, который пройдет сразу в 11-часовых поясах, знает Валентина Аскерова. Это прошлый год, Дагестан, трейл. В ее копилке множество медалей. За плечами Александры Мартюшовой несколько марафонов и даже ультрамарафонов. Но еще 4 года назад девушка и представить не могла, что сможет, как орешки, щелкать такие сложные дистанции, как 21 километр. Мой тренер, да, спасибо ему, то есть он увидел во мне этот потенциал, предложил как-то заняться, побегать по лесу, провести тренировку. Благодаря пандемии, когда закрыли все спортивные залы, предложил позаниматься в лесу, и все, с тех пор я начала бегать. Первая дистанция моя вот на тренировке была что-то 3 километра. А сейчас мой максимальный рекорд – 73 километра в горах я пробегала. В этом году Александра не смогла пропустить грандиозное беговое событие в родном городе – всероссийский полумарафон-забег, который состоится совсем скоро – 19 мая. На этот раз побежит всего 10 километров. Сложно сказать, что бегунья к стартам готовится как-то особенно. Просто стабильно тренируется. Самое основное – на старте не нужно рвать вперед. То есть, потому что ты на старте потеряешь все силы, и потом уже до финиша будет дойти очень тяжело. То есть нагрузку нужно повышать постепенно. Также смотреть. Я всегда слежу за своим пульсом, за своим темпом. И в связи с этим, то есть до финиша дойти уже намного проще.
А этот бегун покорил дистанцию в 110 километров по горной местности. Стаж у Сергея Своеволина 6 лет, хотя раньше категорически не любил бегать. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Первое, это что сподвигло, мы с тренером поехали в Республику Алтай на соревнования «Алтай Ультра Трейл», которые ежегодно там проходят. И вот когда я увидел этих сумасшедших людей в хорошем понимании, да, которые бегают 110 километров и абсолютно счастливые и довольные прибегают, то есть мне прям стало очень интересно, как у них это получается. И Сергей исполнил мечту, подготовился и пробежал 110 километров почти за сутки. В забеге участвовало 80 человек. Сергей попал в десятку лучших. Сегодня он на лайте готовится к полумарафону в Барнауле. Побежит на этот раз поменьше – 21 километр. Начинающим марафонцам советуют выбирать километраж короче. И все-таки заранее готовиться к старту, чтобы организм постепенно привыкал к нагрузке. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае сегодня стартует летний туристический сезон. По традиции его открывает фестиваль «Цветение Моральника». Он проходит на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». О программе фестиваля, о том, куда еще на Алтай с удовольствием едут туристы, а также о том, всем ли по карману отдых в Алтайском крае, Дарья Ерошина поговорила с Александрой Томашевич, директором туристского информационного центра Алтайского края. В этом году удивительное для всех нас событие. Моральник зацвел раньше, чем проходит сам фестиваль. Почти неделю назад нам уже начали наши гости и путешественники отправлять фотографии с берегов Катуни, с уже цветущими цветами. И, конечно, я надеюсь, что сегодня, через несколько дней, когда мы приедем на площадку, мы уже все увидим красивые розовые горы. Он раньше зацвел, чем обычно. То есть обычно все-таки он зацветает плюс-минус к началу нашего фестиваля, либо сразу после него. А здесь, практически на неделю раньше, поэтому природа уже дала старт летнему сезону, а мы стартанем 28 апреля. Что нам нужно знать о фестивале, чтобы заинтересоваться и приехать? Что в программе? Традиционно программа очень насыщенная. Мы всегда приглашаем отличные музыкальные коллективы. У нас всегда очень большая зона гостеприимства, куда приезжают наши районы, муниципалитеты со своими активностями, со своей программой, со своими всевозможными вкусными гастрономическими изысками. Большая зона гастрономии, плюсом к этому, где можно попробовать традиционные алтайские продукты, угоститься, и там дегустационная зона есть, и можно купить эти продукты. Плюс в этом году, поскольку фестиваль «Цветение Моральника» в этом году проходит в год 150-летия Рериха, это, естественно, одна из таких дополнительных ключевых тем. И мы, конечно, постарались эту тему в площадку вписать. Помимо фестиваля, который будет проходить на площадке «Бирюзовая Катунь», у нас в парке Рериха состоится официальное открытие. Это там же, на «Бирюзовой Катуни». Большое будет яркое мероприятие. В 12 часов дня официально мы открываем парк Рериха. Дальше уже перемещаемся, собственно, на площадку проведения фестиваля. И поскольку, я уже сказала, мы тему Рериха в сам фестиваль вписали, у нас будет лекторий. Впервые вообще в этом году мы делаем лекторий, где будут проходить лекции. У нас будут мастер-класс, у нас будет дом практик. То есть это тема культуры, творчества, исследований, погружения в эту территорию, она в том числе на празднике будет прослеживаться. Посещаемость увеличивается. В прошлом году мы показали, наверное, такой рекорд на «Цветение Моральника». Было 40 тысяч человек. Это был юбилейный фестиваль. Мы как раз вспоминали, что на первом «Цветении Моральника» было порядка 2 тысяч человек. В прошлом году было 40. Ну вот вам показатель за 10 лет, к чему мы пришли. А во сколько обойдется «Цветение Моральника»? Фестиваль. Один день. А обойдется гостям? Да. Смотря откуда путешествовать будут. У нас есть доставка у туроператоров. Порядка 1,5-2 тысяч она стоит из Барнаула одним днем. Утром выезжают, вечером возвращаются. Порядка 350-400 рублей стоит шашлык. Соответственно, наверное, это все расходы. То есть какие-то текущие сопутствующие расходы личные, не знаю, водичка, мороженое и так далее. То есть цены примерно такие же, как на любой площадке, на любом фестивале. Они, в общем-то, не завышены и соответствуют тем рыночным ценам, которые есть везде. Какие еще мероприятия состоятся летом? Куда можно пригласить уже людей? Событийный календарь Алтайского края вообще очень насыщенный всегда, особенно в летний сезон, потому что, понятно, погода благоволит, площадки очень красивые, и, конечно, практически все регионы, районы Алтайского края, они какие-то мероприятия проходят. Нет, наверное, ни одних выходных на сегодняшний день в регионе, когда ничего бы не происходило. Уже становящийся традиционным большой фестиваль,
фестиваль квестов, который мы проводим в этом году в Барнауле и в Бийске, квест-фест. Помимо этого, в прошлом году в тестовом режиме мы попробовали, а в этом году уже делаем в большом формате фестиваль САПов, костюмированный фестиваль, сопряжение. Приглашаем всех сделать костюмы и прокатиться на САПах радостно, весело. В прошлом году, конечно, потрясающие совершенно были костюмы участников. Кроме этого, в этом году мы проводим так, давно эта идея существует, давно есть запрос. Мы проводим большой музыкальный фестиваль все выходные на Бирюзовой Катуни, июля, 6, 13, 20, 27. Большой фестиваль, который называется «Шум Катуни». Название придумали подписчики наших соцсетей, поэтому каждый выходный июля фестивалем на Катуни ждем всех послушать классную музыку среди гор. Мероприятия разного плана и познавательные экскурсионные, как экскурсионный флешмоб, и музыкально-развлекательные, и гастрономические. И они проходят не только на площадке Бирюзовая Катунь, вообще в целом в регионе, да, там и Яровое, и Змеиногорский район, и, пожалуйста, Чарышский район со своими мероприятиями, и Салаир со своими мероприятиями. То сегодня все регионы подтягиваются, понимая, что действительно это такой магнит, это для гостей региона, для жителей этой местности, это возможность прийти в таком в праздничном формате, в хорошем настроении, пообщаться с друг другом, посмотреть, что произошло, что происходит, построить какие-то планы, да, если мы говорим про познавательные экскурсионные мероприятия, ну и так далее. То есть в целом это хороший инструмент для продвижения и для развития. Действительно ли наши алтайские жители посещают их? Жители Алтайского края в любом случае на эти мероприятия все приезжают, да, особенно если мы говорим про какие-то локальные мероприятия. В прошлом году квест-фест, который мы проводили, там были жители только реки Барнаула, в Барнауле, который проходил. Ну и у нас была задача для жителей Барнаула, показать Барнаул, показать экскурсионный Барнаул немножечко в такой игровой форме, включить геймификацию, включить квестовую историю составляющую. Вот. То, что касается фестивалей больших региональных, там, конечно, наверное, в первую очередь, это, вернее, кроме того, что это жители нашего региона, это в большом количестве наши соседи. Новосибирская, Томская, Кемеровская область, потому что это традиционные майские выходные, конечно, все стараются поехать отдыхать на Алтай, посмотреть природу, посмотреть цветение моральника. В позапрошлом году ставили карту и просили гостей отметиться, откуда они приехали, и потом даже где-то у себя там писали о том, что с Калининграда до Владивостока у нас были гости практически, ну, с таких мест, от которых неожиданно было видеть Ставрополь, да, и так далее. То есть какие-то для нас такие неочевидные локации. Какой сегодня формат поездки, путешествия по Алтаю более удобный? Конечно, все выбирают разные. Если гости прилетают из Центральной России или откуда-то издалека, они стараются, чтобы это было 5-6-7 дней и стараются посетить максимальное количество локации. В основном, конечно, это Белокуриха, это горная Белокуриха, это курорт Бирюзовая Катунь. Если у нас гости наши местные жители, да, которые путешествуют по региону, либо наши соседи, то это могут быть и сити-брейки, когда на 2 дня приезжают на выходные, и какие-то короткие поездки однодневные, да, и опять те же самые, пожалуйста, там длинные выходные, 3-4 дня. И сегодня интересно, что все-таки есть, особенно у наших соседей, которые много путешествуют вообще по Сибири, много путешествует по Алтаю, уже есть спрос на такие неочевидные для нас локации, на те, которые не в топе популярности. Да? Это вот он, пожалуйста, Чарышский район, начинает двигаться в сторону юга, Змеиногорский район, туда потихоньку переходить, потому что хочется каких-то новых мест, и для нас это, конечно, очень радостно. Ценовой сегмент как-то меняется, он доступен вот бюджетным каким-то вариантам поездки? Все зависит очень от того, какие есть ожидания у гостей, от проживания, от комфорта, да, пребывания на территории. Все зависит от того, где они будут отдыхать и сезон. Мы, конечно, всегда рекомендуем бронировать заранее, потому что средства размещения, у которых цена, качество друг другу соответствует, и те, которые по цене, да, могут в таком среднем ценовом сегменте остановиться, либо эконом-плюс, это, конечно, места, которые всегда выкупаются заранее, за месяц, за полтора. То есть если гости собираются в последний момент, уже приходится выбирать из того, что есть, осталось, потому что мы понимаем, что особенно летний сезон, это сезон высокий, все забронировано заранее, выкуплено заранее. Поэтому, конечно, планируйте путешествия и дальше уже смотрите у нас на ресурсах, смотрите, работайте с туроператорами, всегда есть варианты, всегда можно повыбирать, но, конечно, заранее.
А у меня на этом все. Синоптики на майские прогнозируют нестабильную погоду. Уже завтра в крае опять похолодает. О погоде через несколько секунд. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Хороших вам выходных и до встречи.